Приветствую вас, Антон. Смотрите, можно ли избавиться от фантазии? Да, фантазии избавиться можно, но вопрос заключается в том, нужно ли. Ведь, понимаете, вы почему-то не учитываете того факта, что возможно, вы обманывали себя, вот, и, в общем-то, вступали в гетеросексуальные отношения только потому, что так было нужно, да, то есть вы, возможно, никогда к женщинам, там, не тяготил, вот. А может быть и тяготили, но потом что-то изменилось, вы раскрыли, например, свою бисексуальность. То есть тут тоже нельзя все так однозначно говорить. В любом случае, избавляться ни от чего торопиться не нужно, точнее, избавиться, вы подразумеваете под этим, что вы подразумеваете под этим, чтобы фантазии не было, но вам же они не просто так даны, да, эти фантазии, если они есть, значит, что-то их вызывает, и, соответственно, нужно разобраться, что их вызывает. Например, если у вас специфические отношения с супругой, к примеру, я не говорю, что это обязательно так, но просто, например, да, у вас есть специфические отношения с супругой, допустим. И в таком случае фантазия является, ну, условно говоря, результатом этого. То есть результатом того, что например, что вы не удовлетворены, допустим, вот. И, ну, нельзя, да, вот нельзя просто взять и начать это игнорировать. Вот. Ну, условно говоря, нельзя. Потому что это было бы некорректно по отношению к вам. Вот, разобраться с тем, что происходит и что вызывает вот, ну вот, эмоции, да, что вызывает такие фантазии, это, в принципе, я думаю, более чем реально. Вот. А просто избавляться, чтобы, ну, чтобы избавиться, мне не кажется, это какой-то хороший, да, и конструктивная идея. Мне кажется, наоборот, это, ну, обесценивание такое идет вас. Вот. Поэтому давайте все-таки будем несколько более, ну, несколько более бережно относиться к себе, да, к своим
чувствам и не будем, например, торопиться чего-то себя лишать, не будем торопиться чего-то себе не давать, например. Вот, ну, как минимум, мне кажется, это такой достаточно гуманный подход, вот. То есть я понимаю, стыдно, я понимаю, неприятно, но нужно разобраться, вот, нужно разобраться с тем, что конкретно у вас происходит. Ну вот, потому что интимная сфера очень деликатная, там достаточно легко навредить, вот. Я даже сказал бы больше, что очень легко навредить, вот. И поэтому было бы здорово, вот, очень здорово было бы, если бы вы ну, сами вот как-то деликатно ну, восприняли то, что с вами происходит. Вот. И, ну, не торопились бы, назад, не торопились бы от чего-то избавляться. Вот. Вот, в принципе, такой момент, такой аспект, я надеюсь, что вам это было, ну, как вот минимум полезно, да, вот, как минимум интересно было, надеюсь, вам. Вот, то есть не, я хорошо понимаю вас, я хорошо понимаю, что, что вам не по себе, я хорошо понимаю, что вам страшно, я хорошо понимаю, что вам неприятно, может быть даже как-то вот противно. Вот, но реальность лучше принимать такой, какая она есть. Если вот сейчас вы ну, ощущаете, да, если вы сейчас ощущаете то, что ощущаете, то для чего-то это нужно? Вам что-то вызвало такую реакцию? Вот, и мне кажется, легче всего это там как-то вот взять и обесценить, но давайте все-таки обесценивать, наверное, не будем, да, а постараемся понять вас, постараемся понять то, что с вами происходит, да, постараемся разобраться с вашей проблемой,
Вот, и уже после того, как разберемся, да, уже можно будет говорить тогда о том, что делать дальше. Вот. Я думаю, это справедливо. Вот. Но я так думаю, что вы хотите почувствовать себя, знаете, как безопасности. То есть вам хочется почувствовать себя, ну не знаю, может быть защищенным. А вот. И вот ключевой момент в том, что вы себя ну, не чувствуете таковым, вот, вы себя не ощущаете защищенным. Вот, что и подводит нас, собственно, к такой вот идее. Ну, как бы, да, вот к такой позиции. Вот. То есть подумайте, может быть, вы может быть, вы как-то слишком много, например, ну, слишком много берете, например. Вот. Подумайте, может быть, вы вот как-то чересчур пренебрегаете своими ощущениями, чересчур стараетесь, чтобы у вас как-то вот все было идеально, да, то есть, ну, по факту не расслабляетесь, вот. Ну, может быть, опять же, да, может быть, может быть. Я не знаю, понимаете, я не знаю, может быть, ситуация и не совсем пока. Вот. Но если вы к себе относитесь пренебрежительно, да, вот, то ситуация вполне себе, ну, как бы, естественно, вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Ну, то, что я могу вам сказать сейчас. Вот. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что это было для вас полезно. Значит, если у вас
остались вопросы, то вы можете задать мне эти вопросы в личку. Я буду рад вам на них ответить. Значит, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится ваша благополучно. Вот, если вы сделаете мой ответ лучшим, то буду вам благодарен. Вот, помните, что не нужно спешить, да, и торопиться от чего-то избавляться. Вот, всегда это вы можете успеть. Вот, всего вам доброго, еще раз удачи.